смотрит, да, смотрит, вот, денег, денег мало, там маленькая пачка, она не сразу встречает, это все видно на камеру. Я... Кладет, открывает, я не спрашиваю, что делать. Проходит час, как бы опять за какие-то результаты. Она берет, знает, портфель выводит. Открывается, там, нет, там, ничего не придет. То есть они там рассказывают, ну, понятно. В шоке. Я так понимаю, что заняты, потом Володя в них разбирался, даже как-то там. Все, вопросы больше. Да, пытался ее припугнуть. Так, не все внимание. Итак, Наташа. Апостол. Почему ты ремесу? Мы готовим тирамису. Компосто да ова, маскарпоне. Это яйца, сыр маскарпоне. Панна. Сливки. Qui questo caffè ho messo Bacardi. Кофе и Bacardi. Adesso comincio. Questo pan di Spagna. Questo caffè normale espresso freddo. Это кофе espresso холодный. Tre espressi qua. Здесь у него три порции espresso. Questo pan di Spagna, possiamo usare anche altri. Это испанский хлеб, как они его называют, это такой торт, но на сливочном масле, как правило, такой, бисквит, да. Бисквит без масла делается, да? Ну вот вы лучше меня знаете. Белки, сахар, мука. Вот, так что записывайте. Давай. За мамой, за Мариной. Нет, так на всякий случай, чтобы... Холодным кофе пропитываем. Спасибо, я действительно... Аромку, да. Он уже налил на тортик. А я прослушаю. Не надо, чуть-чуть не было. Ровно наливаешь? Я еще наливаю. Вам сказали, что он нужен. Так он наливает. Сейчас мы бисквит обрабатываем. Кофе. Но... У меня, кстати, тоже такая вещичка есть. Купила, кстати, на модель. Его аспресса с вкусовым модом изымали. Теперь яйца. Ладно, он там прямо. И ово, вот сюда добавить. Соло россо. Мы берем только желток. То есть, соответственно, желтки, яичные желтки. Цукеровео. Это у нас с вами сахарная пудра. Маскарпоне. И маскарпоне. Неделю вы дальше надо смотреть. Яйца, пудра, маскарпоне. Сливки, желтки, пудра, маскарпоне. Желтки, пудра, маскарпоне, да. За кислым навезом сахар яйца привожу. Ты чего? Пульс настоящий съел. Съел. С деревни что ли? Деревенский. Gira bene. Facciamo un po' di tutto il mascarpone. Да. Общей массы. А миксер нельзя положить сюда? Миксер. Но. Миксер нет. Как вручную. Настоящий повар с миксером не работает. Bianco dell'uovo montato con lo zucchero. Соответственно, теперь мы с вами с сахаром взбили белки, те, которые у нас от всех яиц остались, использовали. Белок и его с сахаром взбили хорошенько, и получилась у нас вот такая. Вот его взбиваем вместе. Пена, да, вот эта пена, это как раз те самые белки с сахаром. Да, белки взбиты. Заранее, да? Заранее, да, такие. Ну, вы пока здесь ждали, он, видите, все это уже подготовил нам на кухне. А еще нам нравится лупечок. Пьяче. Панна монтата, senza zucchero, senza niente. А теперь у нас с вами вот это сливки. Это сливки, которые, как правило, в пузырях такие, да? То есть взбитые сливки, можно сказать. Панна монтата – это взбитые сливки. Монтата, потому что поднятые сливки. Это баллончик. Даже пищи не надо, чтобы баллончик. Ты сейчас на мозг вышел. Сколько же здесь калорий в один и тот же момент? Кстати, все считают, что тирамису это легкий десерт. Некоторые дамы считают. Я так понимаю, за счет того, что добавляется Бакарди, спиртное, оно более такой дегустив создает. Облегчает весь вот этот белочно-кремовый рай. Вывод. Любой десерт – большая фигура. Окей. Столько там сахара, столько всего. Да, да, да. Ну, что ты не несу. Так, теперь мы это приготовленное масло. Я не ем, это тирамису. Тирамису – это вообще… Это бомба. Это на самом деле бисквит. Не бомба, это 8 порций еды, конечно. Да, конечно, конечно. Если не маскарпоне, который такой прям… Смотрите, это сбивается прицел. Не, ну маскарпоне жирные достаточно. Достаточно прославить.
сырок тяжело. Ну все же по-разному. Так, а Бакарди не знали? Когда делают, не беспокойтесь. Мария, вопрос у зрителей. Бакарди он уже налил в кофе? Да нет, не налил еще. Подождите, только кофе он вам показывал. А кофе нет. Просто... Сверху будет пропитывать, скорее всего. А Бакарди повар, значит, всего этого. Так сделал, сделал бы. Итак, знаешь, это как раньше приходит. Нет, такой же взять. Парикмахер там набирает спирт из воды или одеколон, и знает же самого клиента. Это получается итальянский Наполеон. Ну и скреп каждый. Наполеон? Ну и тоже три футболи, пацан. Надо бы ужать теперь, чтобы взлететь. Поиздеваться, как в ситуации. Слишком на лифт похоже. Знаешь, да. Морилка. Можно лаком. Да, морилка, да. Удобно не получается. Кора дуба. Это, мне кажется, настолько у него это все просто получается. Да, видите, что на самом деле кофе, он немного, он пропитывает только верхний слой. Свет, да. Вот этого. Еще мы еще пригубим шоколад. Так, чтобы завершить общий груз сладости. Я понял, что тирамису есть нельзя. Ну вообще, по-моему, это просто обалденная штука. Ты сейчас попробуешь. И... Вареные куриные грудки без гарниров. Готовы для паралакса. Без соли, да. Можно еще закусить? Крем все-таки, несмотря на все ингредиенты, очень легкий получился. А, да, да, выглядит. В плане, как выглядит, да. Все же взбито до пены, поэтому... Как это? Но крем там все это замечательно. Подожди, опять мимо. Нет, теперь мы берем с вами шоколад. Это шоколад, да? Это шоколад. Или молотый кофе. Мы прендиамо какао, гратуджато, прендиамо чоколадо. Это какао. Это какао. Ну, какао, в общем-то, является основой. Вола! Скажите, Бакарди. Скажите, Бакарди. Слишком все просто. Я же говорю, Бакарди должно быть уже где-то.